Что чувствуешь после такого старта сезона? Ну, эмоции положительные, так как команда пока идет без поражений. Одержали 3 победы, и нужно продолжать работать в том же направлении, чтобы после каждой игры были хорошие эмоции. Забил красивый мяч в Оренбурге. Наверное, вспомнил, как на юношеском уровне играл на позиции крайнего нападающего? Ну, не то чтобы вспомнил. Наверное, современные крайние защитники тоже очень активно участвуют в атаке, поэтому в сумме дало результат. Команда не пропускает в 3 матчах подряд. За счет чего? Ну, я думаю, что тут заслуга всей команды, не только там оборонительная линия или атакующая, так как оборона начинается с нападающих. Вся команда действует целостно, и поэтому, наверное, от этого и нет пропущенных мячей пока. Снова уплотняется график, 3 матча за 9 дней. Каково это, играть настолько часто? Ну, играть всегда лучше, чем тренироваться. И я думаю, тем более все команды в одинаковых условиях, тяжело будет всем, и в этом нет никаких проблем. В чем разница между игрой на позиции 3-го центрального защитника и латераля? Ну, латералем, наверное, чуть больше беговой работы выполняешь, а в позиции крайнего центрального, наверное, более важна концентрация, выбор позиций. Но при схеме с 3 центральными все равно крайний центральный также участвует в атакующих действиях, и тренер требует подниматься выше, атаковать. Поэтому есть разница, но не такая большая. Где ты себя чувствуешь увереннее? Да, уверенно чувствую там и там. Главное – помогать команде, выходить в стартовом составе, поэтому разницы нет. У тебя есть опыт игры в кубковых матчах. Можешь его вспомнить? И чем подобные встречи отличаются от игр чемпионата? Ну, кубковый матч отличается тем, что все решается в одном матче, и, в принципе, в кубке не имеет значения рейтинг команд, статус и так далее. В кубковом матче любая команда может обыграть любую. Ну и в чемпионате может любой обыграть, но в кубковом матче это более, так скажем, выражено. И поэтому нужно будет хорошо настроиться, чтобы добиться положительного результата. Обрадовался, когда узнал, что кубковый матч пройдет со зрителями? Да, конечно. Учитывая то, как нас поддерживают болельщики, сколько людей приходит, как нас яростно поддерживают воронежские болельщики, я думаю, что это будет для нас дополнительным преимуществом и стимулом. Поэтому ждем всех болельщиков на матче. Постараемся порадовать вас хорошей игрой и хорошим результатом.